Здравствуйте, сегодня я представляю юбки Канада. У них упаковка 18 килограмм, стоимость за килограмм 640 рублей. Они являются зимней коллекцией, но по своей сути это юбки офисные, обычные юбки офисные. Я буду говорить с размерами, чтобы было подробно. 44-й, шерсть 48-й. Какая полиэстер 46-й. Тонкая шерсть 46-й. Шерсть 50-й. Лен 48-й. Джерси 46. Шерсть 48, шерсть 44, драпчик 44, шерсть 46, шерсть 50, тут у нее кармашки. Сорок шестой, 44-й, ну это 46-й, цыганская тема. Но говорят, что велю сейчас очень в моде и продают его дорого. 46-52. 46, это микровельвет, 44-й, джерси, 46, это искусственный бархат или велюр, 48-й, шерсть 50-й, вельвет 50-й, вельвет 48-й, вельвет 48-й, опять бархат, шерсть, она такая с высокой юбкой талия, с высокой талией юбка, так, 48-50, а 46, 50 размер юбка, совсем маленькая, 44 шерсть, ну если даже шерсть, она вся очень облегченная, буквально тут из драпа 2-3 вещи, 2-3 юбки из драпа, это тоже шерсть, 46 джерси, джерси 46-й, вельвет, элька, трикотаж эмка, это микровельвет, эска, так, это, она на резинке, это гэп вообще, юбка гэп. Это она вот так вот она получается. Носится эмка. Это тоже эмка. Вот тоже он, это драп, юбка драп. То есть она под верхнюю одежду одевается. Так, она элька. Элька. Велюрчик. Для цыгань, эска, элька, эска, эска, элька,
Эска. Эска. Это М-ка. Это юбка-резинка. Эска. Это эска. Эска. Это элька. Вот, и там осталось еще чуть-чуть юбок. Спасибо. Это 640 рублей.